На спортивной набережной Владивостока в скором времени появится крупный скейт-парк. Объект будет расположен около арт-комплекса «Семь сопок», переняв это название. Данная скейт-площадка будет самой большой в Приморском крае. Она будет полностью сделана из деревянной конструкции, то есть она не будет касаться земли и будет находиться на швеллерном основании. И в рамках этой площадки у нас пройдет первый на Дальнем Востоке чемпионат Дальневосточного федерального округа. Я считаю, главная особенность – это ее расположение, то, что это центр города с отличным видом, рядом достопримечательности, очень доступная для молодежи, то есть не будет проблем добраться, не будет проблем с тем, что это какой-то страшный заброшенный там двор или типа того, то есть доступность и центр, вот это очень хорошо. На специально оборудованных площадках смогут кататься скейтеры, велосипедисты и другие любители экстремальных видов спорта. Скейт-площадка, в принципе, никогда нигде не мешает, потому что тем больше будет площадок для молодежи, которые могут на обустроенной кататься и свои увлечения проявлять, это будет гораздо лучше, нежели они будут кататься на обычных тротуарах, где также могут они создавать аварийную ситуацию. То есть чем больше этих таких мест будет, тем это будет лучше. «Семь сопок» станет одним из крупнейших скейт-парков города. Его размеры позволят проводить на территории парка спортивные соревнования. Да, рада. Думаю, это очень хорошее место для того, чтобы люди, друзья проводили больше времени вместе. Нам кажется, то, что это классно, то, что скейтеры могут покататься и поучиться, ну и все остальное. И можно будет кататься наконец-то, и будет место. Исполнитель проекта – администрация Владивостока и Федерация скейтбординга. Также поддержку оказало правительство Приморского края. Анна Дьякова, Олег Завялов, новости на Восьмом.